Компания «Богачут Хунс» поставляет продукты питания детским садам префектур Сухбатар Чингалтей, компания «Усвур Уе» префектуры Ханул Бэнзург, а детсады префектуры Бэйнгол и Сангенхархан снабжаются компаниями «Асгат» и «Хунс Хангамш», являющимися собственностью столицы. Управление за справедливую конкуренцию сообщило, что это нарушает положение закона в части предоставления преимущества и территориального распределения рынка. Также специалисты управления проанализировали закупочные цены на продукты питания, выявили серьезные нарушения и приняли решение о закрытии компаний-поставщиков. Во-первых, ставится вопрос о том, чтобы столичный парламент обеспечил выполнение закона о справедливой конкуренции. Во-вторых, мы обратились к главе столичного парламента Баттулге с тем, чтобы расформировать Хунс Хангамш компанию, являющуюся собственностью столицы, как не выполнившую свои контрактные обязательства. Эксперты подтвердили, что детское питание также было неудовлетворительным в части калорийности и сбалансированности витаминами и микроэлементами. Фракция женщин ВГХ сообщила, что увеличение государственного финансирования на питание и прекращение поставок по завышенным ценам должны в корне изменить сложившуюся ситуацию. Согласно решению 2005 года, норма мяса на одного ребенка детсадовского возраста составляет 170 граммов в день. Выделяемых сегодня 1100 тугриков не хватает для полноценного питания. И в настоящий момент ребенок получает только 40 граммов мяса. Согласно уточнению, сделанному в бюджет этого года, деньги на детское питание увеличены до 1600 тугриков ежедневно на каждого ребенка. Женская фракция ВГХ работает над тем, чтобы к 2013 году довести эту цифру до 2200 тугриков. Нхтошин Нимбаяр, Аист, Монголия.